Родители и учителя могут спать спокойно. Все школьные автобусы в Свердловской области оснастили навигационной системой ГЛОНАСС. Она позволяет следить за передвижением каждого транспортного средства, перевозящего детей. В кабине водителя находится красная кнопка. В случае аварии после ее нажатия сигнал через несколько минут попадает в единый центр управления, где отслеживают передвижение всех машин. Тут у нас прошла сработка. Нажата была в автобусе кнопка тревога, кнопка СОС, то есть нам выходит окно тревоги, то есть диспетчер уже видит, что ситуация произошла с транспортным средством, можно открыть уже вот здесь, соответственно, характеристики транспортного средства, посмотреть его принадлежность. Независимо от сигнала сотовой связи, программа видит марку транспорта, его номер и количество детей. Кроме того, датчики, которые находятся в кабине у водителя, могут самостоятельно среагировать на столкновение, переворот автобуса и даже на поломку аккумулятора. Система ГЛОНАСС начала работать в декабре прошлого года, и за это время поступил только один сигнал. Навигационные датчики уже установили в 480 школьных автобусах. Безопасность обошлась недорого. Один блок стоит около 3000 рублей. В прошлом году Минобразование потратило всего 1 миллион. На него чиновники закупили 44 комплекта. Сами водители уже оценили плюсы нового оборудования. Поломка какая-то. Вот я с детьми еду, поломка на трассе, связь не берет. А через спутник, тревожная кнопка, и ко мне уже приедут как, там ГАИ потом приедет, МЧС приедет.